Но пока не определены территории, которые будут благоустроены в следующем году. Рейтинговое голосование завершилось в последний день мая, и сегодня уже можно говорить о результатах. Итак, безоговорочный лидер – проект по благоустройству территории возле 29-й школы. Сейчас там полуразрушенная пешеходная аллея. В планах не только обновить асфальт, установить скамейки, урны и декоративное освещение, но и обустроить спортивную площадку, сделать удобную парковку. На втором месте – улица Кедровая возле школы номер 23. Там, кроме прочего, появится универсальная спортивная площадка для игры в хоккей, баскетбол, волейбол, мини-футбол, а также беговые дорожки. Замыкает тройку победителей парк культуры и отдыха, где планируется обустроить в том числе скейт и памп-парки. Стоит отметить, что при голосовании всей республики высокой активностью отметился только Абакан. В опросе приняли участие почти 30 тысяч человек, в то время как остальные города и районы Хакасии в общей сложности набрали чуть больше 8 тысяч. Кстати, сегодня нельзя гарантировать, что все три проекта удастся реализовать. Все будет зависеть от того, сколько средств выделит республике федеральный центр. К примеру, в текущем году в Абакане ведется благоустройство сразу 13 территорий. На эти цели Москва выделила около 40 миллионов рублей. Немного добавила республика, еще 40 вложил город.